Ох, Бусь, вот знаешь что, самое плохое в праздниках? Ну и чё? То, что мы обожрались и лежим так уже вторую неделю. Да нет, то, что они рано или поздно заканчиваются и приходится возвращаться к обычной жизни. Привет, свиняшки, ну сколько можно лежать? Вы вон уже в кресле-мешке не помещаетесь. Давайте, поднимайтесь, будем делать зарядку. Бусь, ты как насчет зарядки? Не, не хочу. Я лучше поваляюсь. Вот и я так считаю. Вер, давай как-нибудь без нас. Да я вам не просто зарядку предлагаю, а челлендж. Бусь, как ты насчет челленджа? Ну, смотри, что за челлендж. Называется «Выполни задание за 7 секунд». И первое задание для вас – быстро подняться на лапки. Отличное начало. Итак, на выполнение каждого задания у вас будет ровно 7 секунд. Я буду считать до 7, а вы будете пыхтеть. Итак, по очереди будем меняться местами. Буська, задание для тебя. Да, есть огурец. Время пошло. Буська, давай. 7, мы же не успеем. 6, да. Ты что, 5, Вера нам не засчитает. 4, это же мое задание. Ну вот, ты опять все портишь. 3, а еще и год не успел 5, начаться. 1, стоп. Я еще не закончил. Вера, это не считается. Кузя украл мой огурец. Отдай, это мое задание было. Уже можешь не стараться. Твои 7 секунд давно закончились. В смысле? Ну мне же Кузя помешал. А я-то тут а при чем? Теперь задание для Веры. Нарисовать мой портрет за 7 секунд. Ого! Сложно, но возможно. 7, так, рисуем круглую 6, мордашку, 5, глазки, носик, 4, ротик. 3, а, про уши 2, забыла. И небольшое 1, туловище. Стоп! Последний штрих. Ну и что это за бобер? Это бобер Бузя. Ой, то есть свинка Бузя. Я не засчитываю. Так, портрет есть, значит не бал. Вот же шуй. Кусь! Чего? А чё это у нас тут такой бардак? Надо тут убраться за 7 секунд. Время пошло. Кусь, слышал? Обломитесь, девчули, моя очередь загадывать. Так что я загадываю, чтобы Бузя убиралась. Ах, что вы, Бузя! Ну сейчас Бузя тебе уберется! И ты 3, 4, готово! Ой, да ты даже быстрее справилась! Молодец! А вообще почему? Потому что я тебе дождик хотела устроить! А ничего, что по факту мы тут так и не убрались. Не, ну раньше бумажки валялись. Ну да. А теперь лежат красивой кучкой. О, вон Вера идет. Сейчас на нас кричать будет. Все, Буська, прячься, нас тут нет. Ну и что это за эпицентр свинства тут, а? А что такое? Ты снова не справилась. Меня Кузя отвлекал. Получит по попе. Зато, Вер, ты знаешь, как мы жирок растрясли, пока тут дурачились. Вот именно, а у тебя весь январь и с физической нагрузки только холодильник открывать. О, Бузя, давай что-нибудь спортивное придумаем. Да я уже все придумала. Отбежать вокруг дома за 7 секунд! Да в смысле? Время пошло! Ладно, ладно, бегу, подождите! Блин, на улице куча снега, а я не успела даже кроссовки надеть! Нет, ну за 7 секунд это вообще нереально! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Сейчас наберу снега полные тапки! Ух, уже справилась! Ну, свинки, конечно, западло мне устроили! Ай-яй-яй, холодно! Еще и снег к носкам прилипает. Ну, в 7 секунд я точно не уложилась уже. Но кружок все-таки добегу. Хороший способ избавиться от лишних килограммов после новогодней обжираловки. Ой, блин, не могу, у меня уже все ноги замерзли. Ребят, никогда не повторяйте это в домашних условиях. О, как же холодно! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Ай-ай-ай! Быстрее буду бежать! Ух-ух! А вот и дверь! Наконец-то! Вот это зарядочка! Мне все носки мокрые! Ну, свинки, я еще отыграюсь! Ох, свинки, у меня из-за вашего задания все ноги красные! А что вы делаете? Работаем! Кузя задал роботу-пылесосу задание убрать.
Ой, Вера, а почему у тебя две? Да это у тебя в глазах двоится. Всем приветики! Что, жуете, как обычно? Жуем! Угу. А чем-нибудь другим заняться не пробовали? Ну мы же свинки! Мы либо жуем, либо кушаем. Как вкусно, я хотел сказать. А ты чего пришла? Да вот подумала, может, челлендж какой-нибудь замутим. Вот, Вер, я знаю, что хочу. Хочу челлендж 7 секунд. Давай, пожалуйста. Хорошая идея, мне этот челлендж тоже зашел. Бусь, а ты что скажешь? Ты с нами? Скажу, что Кузя мушка-повторюшка. Ну, вообще, да, я согласна. Вот увидишь, Бузя, мой челлендж получится круче. А вот и нет. А вот и да. Нет. Да. Нет. И как вы только успеваете? Жевать за обе щеки, еще и ссориться. Годы тренировок, Вера, годы тренировок. Ну что, Бусь, ты уже придумала задание? Для тебя? Да 1000! Ребят, а пока вы ставите лайк этому видосу, я напомню правила. Мы по очереди будем загадывать друг дружке задания, на выполнение которых у нас будет всего 7 секунд. Ребят, я тут заметила, что вы в инсту ко мне давно не заходили. Ну-ка исправляйтесь, ссылка в описании. Ого, а это что за гора? Тот, кто все это выпил, наверное, потом лопнул. Интересно, чья это коллекция? Привет! Кто здесь? Ева? Это ты? Слушай, а мы тут челлендж 7 секунд играем, хочешь с нами? Вот задание для тебя, сложить башню из этих банок. Хорошо. Только учти, чтобы высокое-превысокое получилось, а то не засчитаю. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Стоп, стоп, все упало, ты не справилась. Обидно. Ну ничего, не расстраивайся. Этот раз все равно понарошку был. Самое сложное задание я для Кузи приберегу. Что, ты решила еще раз попробовать? Ну ладно, разрешаю. Друзья, а вы тем временем подписывайтесь на канал и звоните в колокольчик. Ты вот это еще забыла. Вот так. А, куда же по голове? Сори. О, птички. Я тебя поймал. Здравствуйте. Ну загадывай. Хочу, чтобы ты за 7 секунд сделала тортик. Какой еще тортик? Без разницы. Главное, чтобы был вкусный и похож на тортик. Кузя, это, конечно, реальная подстава, но вызов принят. Так, нет времени думать. Хватаем, что под руку попадется. Вот, вафельные коржи и вишневое варенье. А что, я думаю, будет вкусно. Вера, поторопись. Всего несколько секунд осталось. Тяп-ляп. И готово. Вот, сейчас уже будет последний слой. Не хотел бы я, чтобы мне на именины испекли такой пирог. Да блин, какое задание, такой и пирог. Последняя секунда. Стоп, время! Все, все, закончила! Вер, это не похоже на тортик. Да что это не похоже? Круглый, с кремом, ну, с вареньем. Скушал тортик с вареньем и страдаю не с вареньем. Да, прошу. А что он такой худой? Не, ну а что? Хоть кто-то худой в нашем доме. Еще и сделан за 7 секунд. Вообще супер! Ага, попались. Опять. Приветики. Теперь вы выполняете мое задание. А может, не надо? Я уже устал. Ну давайте, задание крутое, зуб даю. Не надо, Вера, мне твой зуб. Ну а что ты хочешь? Я хочу залезть вот в эту щелочку и уснуть крепким сном. А как же челлендж? И ребята. А ребята пусть подписываются на канал. А то на Бузю я видел, подписались, а на меня нет. Ну ладно, ладно. Тогда, Буська, ты отдуваешься. Как всегда. Но только не волнуйся, задание очень простое, но клевое. Я даю тебе огурец, хотя нет, возьмем кое-что повкуснее, то, от чего ты просто не сможешь отказаться. Уйдем? Да нет же, ароматное, сочное яблочко. Я должна его съесть? Наоборот, ты должна его не трогать в течение 7 секунд. Раз, два, подумаешь, три, я не четыре, ни разу. Пять, шесть, семь. Молодец, Бузя, ты выиграла. А
А я вот от яблочка не откажусь. На здоровье. Бузя, ты многое упустила. Итого, Бузя и Вера сегодня заработали по одному баллу. Объявляю ничью. Кусь, а тебя не смущает, что у тебя вообще ноль? А я, может, и не участвовал. Ну, сейчас увидим. Давай, кто первый добежит до холодильника? Стой! Догоняй! Опять эти ваши конкурсы! Ладно, всем пока, ребятки. Не забудьте посмотреть предыдущий выпуск.